на спортивной площадке встретил одного молодого парня, которому 65 лет. И сейчас вам покажет, вот, сейчас отдохнет немножечко. Вот небольшое упражнение вот на этих скромных брусьях. Как его зовут сейчас? Эркин. Эркин. Сейчас покажу. Вот, задел другим молодым, которые лежат на диване. Пиво пьют. И пиво пьют, да. Держим уголок. О! Супер, вот чистый уголок. Качаемся. О! Потом поднимаемся. Отлично. Оп, осторожно. Ага. 65. Ну, что сказать, да? Надо заниматься спортом. Надо заниматься спортом. Здоровый образ жизни, спортом заниматься. Приехал в метро закупиться. Давно здесь не был. В свое время здесь хорошее вино продавали. Ну, торговый центр огроменный. В свое время очень сильно гремел, когда его открыли. А сейчас народу нету. Сейчас этих оптовых центров много. И уже метро. Такое слово чахнет, да? Меньше народ стал. А, да? О, спасибо. Старый стол. Забыл? Хорошо, напомню. Раньше здесь охрана стояла, проверяла. Сейчас охраны нет. Приехал в аэропорт. Буду встречать маму. Гости приезжают, Азека наша. Иду встречать. Кстати, вот я о чем подумал. Вот в новом аэропорту вот большая стоянка, да? И один раз я когда шел со стоянки, искал машину. И мне кажется, вот эти... Вот эту стоянку можно было бы секторами, большие какие-нибудь знаки поставить, сектор А, сектор Б. Так бы легче было искать машину. Потому что я лично с этим столкнулся, выйдя с вокзала, потом ходил машину искал пультом. Думаю, может быть, так и сделают. Вот она идет. На грибном канале возле Евразийского университета прижились уточки. У нас, да, здесь в Зеленограде один бассейн был. А вы чистый Целиноград здесь, да? Я с Кентава. Я в 70-м году приехал сюда. Вот здесь институт поступил. И потом мне здесь оставили. И я играл 12 лет в водный пол играл. А, вот это полиция, да? А, ну ясно, откуда, думаю, откуда задел плечи такие. Потом они говорят, оставайся этот. И будешь работать, и детей будешь тренировать. Я детей. Один бассейн был. Динамо был вот около вокзала. Потом построили Джастари, два раза Джастари. Да. Но они нестандартные, они 25 метров бассейн, да. Вот, а водный пол 30 метров должен быть. И половина глубина 1,20 м. Нельзя играть в водный пол. Вот мы играем, здесь выигрываем, едем в Караганду, нас сразу, да, обувают, потому что бассейн 50-метровый, да, у нас нету. Вот сейчас здесь построили, да, пожалуйста, 50-метровый бассейн сейчас. Проблем нету. Я раньше
вот здесь купался. А-а-а. Когда только его открыли, да. Вон там, около инженерки, вот это, Евразийского университета, я там это снимаю. А потом скупался, выжил. Блин, сланца нету, футболки нету. А потом я уже туда иду, этот, в этих, в одних вот шортах. И оттуда вот до сюда. Ну я километра полтора-два пробываю без отдыха. Ну супер. Молодежь не отстает. Как звать? Султан. Сколько лет? 17. 17 лет. Супер. Тебя как звать? 17 мне, Армен. Арман. Молодцы. Не стесняются. Пришли и осваивают турник. Мужики, ну-ка давай. О! О! Да ты чё? О! Надо размяться, размяться. Ты размялся? О! Так. И чё сказать, да? Ну супер вообще, молодцы. Задел другим. Вот они, чистые подтягивания. Еще раз повторю, 65 лет. Супер. Ну все, рад знакомству. Да. Будем встречаться, если что есть, да? Позитив, супер. So take a go.